Вы смотрите топ-10 ФОМБ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой «Супер». 13-й выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку центрового университета Югры Артем Писарчук, который перехватывает мяч, убегает быстрый отрыв и вколачивает сверху двумя руками. Классная игра в защите и нападение. На 9-м месте секретное оружие «Динамо» Андрей Десятников. Бэм! Шикарная люб-слэм с навеса Александра Корчагина. 8-е место. Нападающий Мбамо и Данюк Певнев обостряет ситуацию в краске и делает великолепную скидку на Владислава Шарапова. Защитники «Химок» явно не ожидали такого поворота событий. 7-е место. Разыгрывающий Шорлока Владислав Близнюк идет в проход, но нарывается на блокшот от Максима Белошапка. Однако второй волной накатывает Валерий Калинов и исправляет ситуацию, добивая мяч в корзину. 6-е место. Игроки МБА оказались не в силах сдержать мощную атаку Ильи Карпенкова. Замечательный данк одной рукой в проходе. 5-е место. Олег Балашов из Иркута обкрадывает Виктора Заряшко и убегает в отрыв. Между тем Виктор бросается за ним в погоню и наказывает воришку смачным блокшотом. На 4-м месте Краста Трусичи. Сергей Грашкин прет на пролом и вколачивает с фолом. Зубодробительный данк с сопротивлением Артема Антипова. На 3-м месте еще один яркий эпизод матча Русичи-Зенит-2, только на этот раз в исполнении гостей. Егор Рыжов разыгрывает пик-н-ролл с Иваном Прокопенко и жестко вколачивает с навеса. 2-е место. Нападающий ЦСКА-2 Олег Акрамов хочет ворваться с данком в нашу десятку, но вместо него с мощным блокшотом врывается Егор Сытников из Тамбова. Ну и наконец 1-е место. Нападающий фар команды «Зенита» Максим Львовский сначала ставит за слом, а затем ставит сверху через Александра Ермоловича. Крутейший данк с сопротивлением. На этом все. Следи за ФМБ чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру.